По информации Государственной исполнительной службы ДНР, на сегодняшний день в ведомстве находится порядка 15 тысяч исполнительных документов о взыскании алиментов с неплательщиков. Только в прошлом году за злостное уклонение от уплаты алиментов в правоохранительные органы направлено свыше 600 представлений о привлечении должников к уголовной ответственности. К временным действиям принудительного характера относится также запрет на выезд за пределы ДНР. Государственный исполнитель имеет право обратиться с представлением в суд по месту нахождения органа ГИС за установлением временного ограничения в праве выезда должника за пределы Донецкой Народной Республики до выполнения обязательств по решению. В дальнейшем соответствующее постановление суда направляется государственным исполнителем в органы Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики. Должник вносится в определенный список, зачисляется на особый контроль, и в дальнейшем на него распространяется ограничение относительно пересечения границы республики, куда бы он ни выезжал. Ограничение права граждан на выезд за пределы государства в конкретно предусмотренных законом случаях имеет временный характер и обусловлено необходимостью обеспечения защиты прав и законных интересов прежде всего детей, а также физических лиц, прав и интересов юридических лиц, интересов государства. Ограничение, наложенное в отношении должника, снимается исключительно после полного выполнения своих обязательств, то есть по достижению ребенка 18-летнего возраста, в случае отсутствия задолженности. При иных обстоятельствах ограничение может быть снято исключительно по решению суда.